Ну вот ямку я вырыл. Большая, небольшая. Сейчас покажет нам. Сначала песочек, а потом вот те четыре камушка я положу и посмотрим, большая или нет. Песочек положили, грабелькой разгребли. Теперь посмотрим. И тут, дорогие друзья, моя камера приказала долго жить. То есть она как бы работает, но вместо картинки вы видите вот эту полосу. Вот так. То есть что-то с мониторчиком случилось. Оно-то снимает, но ты не видишь, что ты снимаешь. Вот. Поэтому я решил прервать на время съемку. Я мог бы дальше продолжать, конечно, облагораживать там свой участок. Но, как бы, во-первых, идут дожди по-прежнему. Уже участок превратился в небольшое болотце. Ну, а с другой стороны, хочется и вам показать тоже, как там продвигается. Я заказал новую камеру, которая пойдет, ну, от силы, допустим, 8-9 мая. Вот так. Поэтому, скорее всего, мы там и продолжим после этого. Да, Собакин? Фирма Питерсон продолжит свои дальнейшие видео по созданию беззатратного участка дачи, как хотите. Ну, а мы с вами пока прощаемся. Я перехожу опять на 3D. Чтобы не сидеть без дела. А вам желаю всего самого наилучшего. Всего вам доброго, друзья. Пока.